Химках отметили древнейший праздник иранских и тюркских народов Навруз-Байрам. В переводе с персидского языка – «Новый день». На Востоке Навруз-Байрам символизирует окончание зимы, обновление и пробуждение природы. В этот день все азербайджанцы открыто оставляют свою дверь на ночь. Люди заходят друг к другу в гости. Дети бегают к соседям, к друзьям. И даже в этот день самые даже ярые враги могут зайти друг к другу в гости, попросить прощения. И обязательно в этот день его простят. То есть мы это знаем. И забудут об этой обиде. Один из главных символов Навруза – проросшие ростки пшеницы, обвязанные яркой лентой. Они украшают дома, праздничные столы и сады. Также на стол принято ставить зеркало, свечи и крашеные яйца. Эти предметы имеют символическое значение. Свеча – огонь, оберегающий человека от злых духов. Яйцо и зеркало – символ завершения старого года и наступления нового.